Всем привет, ребят! С вами Алексей 24. Девушка Анна. Нет! Всем привет! С вами Анна и Алексей 24. Сейчас пойдешь полоть крапивку, а то. Нет, полоть крапивку поешь у меня именно ты. Итак, смотрите, ребята, какое. Мы продолжаем проходить игру House Flipper. Мы занимаемся ремонтом, убираемся в домах. Короче, мы супер-мега-компания. Бажена Ростова. Еще одна деталь для счастья. Давай, бери заказ. Так, Алексей, это к тебе. Почему? Ко мне. Читай! Еще одна деталь для счастья. Здравствуй, милый. Надеюсь, я угадала твой пол, потому что на твоей визитной карточке нету имени, только название фирмы. Но я же говорил, я к ним никакого отношения не имею, а ты мне не верила. Милый. Я обожаю свой маленький милый сад в английском стиле. Люблю свои растения, а не меня. Только одна единственная вещь не такая идеальная в моем райском местечке. Пергола. Опять? Почему? Сейчас объясню. Потому что ее нет. Понимаешь, дорогой, в таком красивом, идеальном и сладком саду нету перголы. Я очень ее хочу. Но такая девушка, как я, не может удержать в своих деликатных ручках большой тяжелый молот. А я могу. Моя кожа слишком нежная для гвоздей. Я могу смертельно пораниться. Или того хуже, сделать шрам на моей прекрасной коже, которая остается до конца жизни. Я бы не вынесла этого, дорогой. Собственно, это и есть моя просьба. Мне нужен кто-то сильный и мужественный. Такой, как ты, чтобы спас меня от этой страшной судьбы и построил в моем саду перголу. Миллион алых роз. Анна Анатольевна, собираем свои яйца и катим в сад. Я ж мужик! Ничего, не волнуйся, я тебе помогу. Зачем? У нее там лапки нежные, а я-то все могу. Я мужик! Ой, господи, как же это страшно. Мы профессионалы своего дела, мы умеем, мы занимаемся этим. Я мужик! Вау, сад. Так, я хочу вот эту. Ух ты, прикольный дом, можно чекать. Кстати, заперголить твою пердолу. Ой. Открывай калитку и входи. Открывай ворота. Сразу же, на тебе. Нифига себе, какая большая. Тут пергол. Давай, устанавливай. Есть. Мужик, я могу. Блин, игра. Даже игра сама тебе намекает на то, что женщин сюда нельзя. Да? Куполка. Так. Ну что, всего? А все. А надо было раньше. Ставь его прям в центр. Центр не центр, как? И несколько стульчиков. Так. Кстати, стулья чугунные. Бомжики потом залезут и стырят их. И сдадут на металлолом. Отлично! Ну что ли? А что насчет перголы там, я не понял. Куда это ебала пердола? Открой КПКшник. КПКшник. Я поняла. В смысле? Это что, какая легкая миссия? Я все. Хорошо. 4000 баксов. Это были самые легкие 4 косаря. Итак, смотрим. Запердолили ей перголу. Она ж не может, я могу, я мужик. Оставим себе такую же перголу сейчас. А нет, там пергола такая не нужна. Она очень стрёмная и она мне не нравится. Давай другую посмотрим. Не обязательно точно. Но ты можешь свой вклад во дворе сделать и что-нибудь в нем построить. Ладно, уговорил. Сейчас я все сделаю. Мой милый! Так, давай, выходим на улицу. Я в шоке. Как они его называют? Милый, любимый, дорогой. Так. Так и знал. Дай его.
Твои любимые сорнячки. Я не сказала бы, что это сорнячки. Когда косила, я плохо. Да нет, мы просто навыков вкачали, которые еще больше сорняков видят. Ну да, здорово. Мне прям нравится. Ну что, какие у тебя есть идеи? Так, ну давай перголос. Гамак мне нужен. Меня перед бассейном ну, обычно шезлонги ставят, а не гамаки. Хорошо, пошли шезлонг искать. Я хотела гамак поваляться. Не, гамак возле воды как-то маленько не сидит. Где шезлонг-то найти? Хоть знаешь, где его найти? Да. Так, ладно, я хотела ограждение, мебель. Перголту эту искать, а? Архитип. О! О! Давай вот эту. Зачем тебе или этот вот шатер? Эту? Зачем он тебе? А чай мы где пить? Над нашей мангальной зоной и поставь ее, и все. А здесь нет. Почему? Протяни. Ну, ставь. Что мы сюда? Что мы шезлонг ставим? Шезлонги возле бассейна ставят обычно. Такая беседа. Ну, куда тебе 100 беседок? Не знаю, хочу. Так, декор. Ой. Ой. Ой-ой. А собачка будет? Побежали быстрее, пока нас не поймали. Здесь ускорять-то его. Кот, как быстрее ты идти? Прямо перед домом это хочешь поставить? Кстати. Ну так копай. Да копаю. Какой командир нашелся. Так, и наполняй водой. Я хочу, чтобы... Та-дам! Прикольно. Не знаю, зачем, но я его захочу. Кто-нибудь скажет мне, где шезлонги? Наверное, в мебели должны. Ясен? О, лежак? Ага. Такой или такой? Любой. А вот это лучше. Давай. Так, а у нас же там в это, в цветочек. Качели. А штучки. Я думаю, на сегодня хватит. И так много сделали. Все, ребят, на сегодня я закончу. Пожалуй. А мы с вами, ребята, встретимся уже в следующей серии. Возьмем новый заказ и что-нибудь изменим на нашей территории. До встречи в следующей серии. Всем пока. Не переключайтесь.